Сегодня обещали плюс 20. Что это за мороз? Глобальное потепление, где оно? Мы хотим потепления. Мы мерзнем? Больше всего нареканий вызвала сцена, где показано, как наводнение, вызванное повышением уровня моря и штормовыми приливами, захлестывает мемориал 11 сентября. Все решили, что это ужасное преувеличение. Вчера ночью ураган Сэнди обрушился на Нью-Йорк, затопив здание Всемирного торгового центра. Ураганы набирают поистине разрушительную силу. Вода буквально смывает города. Это глобальное потепление. Я так испугался, мне очень стыдно. Отчаяние парализует человека. И все же я не могу не отметить вдохновляющую тенденцию. Мы видим невероятное множество примеров положительных изменений. Фундамент заложен, но этого недостаточно. Конференция по климату в Париже проходит весьма напряженно. Ведутся острейшие дискуссии по вопросу... Альтернативные источники энергии. Мы должны совершить прорыв. Почти все страны мира согласились двигаться к нулевому уровню загрязнений парниковыми газами. Это беспрецедентно! Пришло время вывести Америку вперед! Пора отказаться от обещания тратить миллиарды на попытки изменить климат. Эта программа остановит самоуправство экологов. Следующее поколение будет иметь полное право спросить у нас, о чем вы думали? Вы не слышали, что говорили ученые? Не слышали, о чем кричала вам сама природа? Именно так начинались все по-настоящему великие движения, которые вели к прогрессу человечества. Мы не станем это признавать и не хотим это обсуждать. Мы должны спасти человечество. Мы не должны загрязнять землю. Мы должны дать надежду будущим поколениям. Не слушайте, когда вам говорят, что вы должны сесть на ракету и переселиться на Марс. Наш дом здесь.